Добрый день. 16 марта министры иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу выступили на пресс-конференции по итогам переговоров. Сергей Лавров отметил, что совместные усилия дипломатов и военных двух стран оказывают реальную помощь в поддержании режима прекращения огня в Карабахе. Кроме этого, он подчеркнул, что Россия приветствует курс на нормализацию армяно-турецких отношений. Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил о продолжении диалога с Арменией. Он отметил, что и Россия, и Азербайджан поддерживают нормализацию турецко-армянских отношений. «Мы должны продолжать работать вместе во имя мира и стабильности на Южном Кавказе», подчеркнул глава МИД Турции. Также глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что Россия готова видеть грузинских коллег на заседаниях 3+3.